Искусство по обмену. В Ивановском доме художника открылась выставка основателя Чувашской школы живописи Ревеля Федорова. Ровно год назад региональное отделение Союза художников инициировало проект по обмену «Художники земли Ивановской и художники Чувашии». Как результат, новые культурные и творческие планы. Сегодня мы с моим коллегой, министром культуры Республики Чувашия, также обговорили ряд совместных проектов по развитию театрального искусства, концертного искусства, обмену студентами. Мы проговорили о том, что они готовы нам предоставить места для студентов в их институте культуры. Поэтому вот такой творческий обмен, он начинается, и мы уверены, что будет очень большой значимый эффект. А пока зрители могут насладиться необычной для Ивановского края живописью. У наших художников искусство, как шутят специалисты, северное. Превалируют холодные, немного приглушенные тона. А на полотнах чувашского мастера невероятное буйство красок. Здесь важны не детали, картина в целом. Прекрасная выставка, мы ее давно ждали. Это, конечно, и художник необычный. Надо отметить, что это народный художник России, действительный академик живописи Российской академии художеств, профессор, неутомимый, вы знаете, работоспособный. Он до сих пор в работе работает. Потрясающая живопись, живая, яркая. Ревелю Федорову 88 лет, 60 из них художник творит. Часто его полотна называют философскими, произведения насыщены символами и метафорами. Важная особенность творческой манеры художника – смешение жанров. На полотнах часто присутствуют сразу элементы портрета, пейзажа и натюрморта. Есть такие вещи необъяснимые. Что это такое? Растет цветок? Откуда и как? Почему? Вот эта жизнь удивительная самая, она волнует. А с самого детства, детское восприятие, оно сохранилось, оно отражено в определенной степени на этих работах, которые появились уже через 80 лет после рождения. Параллельно с этой выставкой необыкновенные картины чувашского художника можно будет увидеть в музее пейзажа города Плёс. Там экспозиция открылась на день раньше. В доме художника выставка будет работать до 16 октября. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.